Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет второй выпуск о пустых баночках. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Первое, что мне попадает в руку, это Доместос в зеленой упаковке. В принципе, я его покупала, покупаю и буду покупать. Единственное, что они бывают разных цветов, там запахи отличаются. Но мне зеленый нравится. Такой не сильно навязчивый запах свежести. Дальше у меня закончилось вот такое средство. Санфор для ванн с лимонной свежестью. Очень такое нежное. И что мне в нем понравилось, то что в нем вроде бы нет хлора. Да, не содержит хлор, но при этом есть специальная формула, которая гарантирует чистящие антимикробные свойства. Оно недорогое достаточно, в принципе, советую такое средство для ванн. Самое главное, что нет хлора. Дальше у меня вот уже идет, как я в предыдущем видео говорила, люблю фрош, именно шиповник. У меня их аж уже две даже накопилось. Еще сейчас третья заканчивается. Покупала, покупаю, буду покупать именно вот такой. Мне девушки советовали в комментариях другие средства. К сожалению, я пока их почему-то не нашла, но как увижу, я обязательно куплю, попробую и тоже потом о них расскажу. Дальше у меня закончилось две упаковки. Одна Vanish Gold от пятен. Рекомендую. Кто еще считает, что это очень дорого и лучше купить какой-то дешевый заменитель. Не знаю, я больше не буду ни на что менять ваниш, поскольку уже экспериментировала, и лучше ваниша с пятнами ничто не справляется, с любыми, причем пятнами, даже старыми. У нас и жирные пятна были, и пятна от ягод, которые мы не смогли сразу, допустим, застирать или еще что-то. Вот все прям вот прям до блеска убирает, и очень люблю. У меня даже вот еще другая была выгодное предложение Vanish Oxyaction для белого. Ну, я его стирала и с цветным, и с белым. Но больше всего, конечно же, лучше Gold. Gold намного лучше. Он, по-моему, чуть-чуть дороже идет. Еще у меня закончились вот такие кубики Duo Cubes для унитаза. Я тоже их показывала в прошлом видео. Мне нравится эффект. Как уже говорила в том видео, насчет чистоты и гигиены не знаю, проверять не буду, возможно, но туалет, водичка голубая, и мне это нравится. Закончилась у меня вот такая паста Colgate Sensitive Pro Relief. Выглядит эта упаковочка вот так. Больше покупать ее не буду. Во-первых, она идет не полностью наполненная, то есть там практически пол тюбика только. Все остальное это вот воздух. И она быстро закончилась, и, в принципе, никакой защиты зубам я не почувствовала, потому что в тот момент, когда я ей пользовалась, у меня начали кровить десна, то есть кровили десна, и мне это не нравилось, и я ее заменила сейчас на другую, и у меня все в порядке стало с деснами, поэтому больше такую пасту я покупать не буду. Ну и выкидываю я свою старую щеточку Oral-B. Покупаю уже не в первый раз такие щеточки, именно средней жесткости. Они мне очень нравятся и комфортно чистят, и в принципе, ну для меня очень удобно. Oral-B. Далее у меня закончилось средство лосьон салицилова от прыщей от компании Propeller. Написано против воспаления, устраняет углевую сыпь, ускоряет процесс заживления для комбинированной кожи. В принципе, он мне понравился, я купила ему замену, у него другая немножечко баночка. Не знаю, у меня как таковых прыщей прям больших нет на лице. Бывают иногда маленькие высыпания, но действительно, оно подсушивает. Дальше у меня закончилось средство крем-антиоксидант для лица от компании Libriderm. Я уже как-то говорила в одном из видео, что в течение зимы, когда я им пользовалась, оно не сильно справлялось со своей задачей увлажнения. Тут написано, что кожа становится мягкой и гладкой. Да, действительно, но чтобы почувствовать какое-то увлажнение, именно зимой, видимо, оно все-таки не справляется. Я сейчас купила с гиалуроновой кислотой, пользуюсь, уже заканчивается тоже. Оно намного лучше, то есть синяя вот серия кремов. Вот решила я вам показать крем, который у меня уже заканчивается. Там, кстати, вот
совсем на донышке видно, на свету. Он действительно увлажняет хорошо достаточно. Это гиалуроновый увлажняющий с повышенным содержанием кислоты для лица, шеи, области декольте. Оно мне нравится, удобная помпа. То есть все гигиенически, скажем так, соблюдено. То есть я не люблю крема, где надо лазить пальцем. Я предпочитаю покупать крема, которые именно идут с помпой. Далее у меня закончился крем для рук облепиховый от компании Сиберика Professional. Покупать больше не буду. Хотя тут и пишется, что это органическое масло алтайской облепихи, нет СЛС, нет парабенов. Оно вообще ничего с вашими руками не сделает. То есть, особенно зимой, когда я им пользовалась, чешуйки на коже как были, так они и оставались. И абсолютно ничем не питала и не увлажняла. Больше покупать не буду. Ну, теперь немножко детского. Покупала я вот такую соль с чередой от компании Карапуз. А для ванны я дочку мою в солях разных покупаю. Ну, то есть чередую. Бывает в простой воде, потом соль добавляю. Покупать больше не буду, неудобно. Там один большой пакет, который нужно дозировать самим. То есть резать его и потом разводить. Неудобно, больше покупать не буду. Вот у меня две баночки от компании Мир Детства, соль для ванн. Нравится мне. Это детская с ромашкой. Здесь как раз таки идет уже дозировка, два фильтра пакета, которые очень удобно кинуть в ванну. И не растворившийся вот мусор, весь соль, какие-то вот такие крупные камушки, они все остаются в этом фильтр-пакете, просто его нужно вытащить, и никакая вот мелкая песчинка не мешает ребенку, в принципе, купаться. То есть вот эти вот мне нравятся соли. Покупала, покупаю, буду покупать. Ну вот, наверное, и все мои пустые баночки на этот раз. У меня что-то было еще, но у меня приезжала мама и сделала ревизию, и не знаю о том, что я собираю эти баночки для того, чтобы сделать видео для вас, она кое-что выкинула. Что именно она выкинула, я даже не могу сказать, потому что не знаю. Вот. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на мой канал, будут еще видео, а я буду с вами прощаться. Всем счастливо оставаться. Пока-пока.